Дороги Братска в этом году не будут посыпать бионордом. Во всяком случае, пока этот противогололедный материал не был закуплен. Об этом нам сообщили в дорожной службе города Братска. Напомним, прошлой зимой применение бионорда на городских дорогах вызвало бурные дискуссии среди автомобилистов. Одни считали, что его использование вредно сказывается на кузове и колесах автомобиля. Другие полагали, что ничего опасного в бионорде нет. В этом сезоне братские дороги будут посыпать щебнем и пескосоляной смесью. С 15 октября на дорогах Братска введен режим зимней эксплуатации дорог, который продлится до марта. Всего со вторника по городу работает 13 посыпальных машин. В настоящее время запас противогололедного материала, это щебень мелкой фракции от 0 до 10, находится порядка 300 кубов по городу. Также у нас есть песко-соляная смесь в размере 30-40 тонн, которой мы будем пользоваться при первых гололедах. По словам дорожников, несмотря на то, что пока на улицах Братска нет гололеда, круглосуточно дежурит 7 специальных машин, которые будут посыпать дороги при необходимости.